8 лет назад я приехала в город Чебоксары, и мне посчастливилось жить и работать в этом замечательном городе. Первые воспоминания, когда я сюда приехала, это мосты, это площадь, набережная, река Волга и, конечно же, городской пляж. И нельзя сказать, что спустя 8 лет это осталось на прежнем уровне. Администрация города уделяет очень большое внимание развитию города Чебоксары и устройству парков, скверов, строительству новых школ, открываются детские сады. То есть создаются все условия для благоприятного пребывания в этом городе, жизни, обучения, отдыха, занятий спортом для детей. Считаю, что город Чебоксары невозможно не любить. Это хороший, ухоженный, очень уютный, чистый город. И когда к нам приезжают делегации из других регионов и городов, это Йошкар-Ола, Казань, Саранск, Москва, Ижевск, то все приезжающие отмечают чистоту, уют и красоту нашего родного города Чебоксары. Я желаю, чтобы город не останавливался на достигнутом, развивался, был еще красивее, теплее и уютнее.